Друзья, привет! Нахожусь на очередном из наших объектов. Хочу вам показать такой вот интересный момент. Видим, да, отделочный материал. Он у нас имеет зазоры. У нас кукушки, дормеры так на крыше обшиты. Вот здесь вот идет ветрозащита. Но дормер сам по себе каркасный. Посмотрите, что произошло с пленкой. Она вся разрушена. Это не в одном месте. Это в каждой щели. Но на самом деле это естественный процесс. Идет воздействие ультрафиолета. Любая абсолютно пленка, мембрана, она подвержена со временем разрушению. Но на такой случай есть специальное решение от компании Дёркин. Это вот такая вот пленка. Называется она Дельта Фасад. Соответственно, мы уже при выполнение наших кровельных работ утепляем наши дормера, простонародье кукушки, и заводим непосредственно фасадную пленку на нашу кровельную. Обязательно вот здесь вот все проклеим. Здесь вот уже небольшой участок мы выполнили. Вот такие вот есть специальные материалы. Со временем уже работали с этой пленкой. Вот в таких вот зазорах, она специально для этого создана, никаких разрушений у этого материала нет. Плюс также гарантия от производителя. Вот такие работы пока мы выполнили. Всем пока. До скорых встреч.